Сегодня в работе велосипед Трек Экскалибур 8. Такой модный, красный, симпатичный. Не знаю, насколько это родная комплектация, потому что здесь у нас стоит полностью SRAM. Видите, скоростной SRAM. Перед и зад, причем передним переключателем владелец не пользуется. Пользуется только задним. Ему хватает половины кассеты. Гидравлика Шимана. Меняли задние колодки и чистили и настраивали и передние, и задние калиперы. Передняя втулочка вообще в идеале. Ничего не чиркает, ничего не залипает. Поэтому перебирать мы ее не стали. Перебирали только задние. На задний появился небольшой люфт, небольшой износ у нас конусов. Поэтому через годик, наверное, придется менять конуса, а возможно уже и начнется износ такой видимый серьезный чашечек. Поэтому год-два и будем менять заднюю втулку. Переднее колесико у нас аж назад и вперед крутится. Видите, как хорошо. То есть мы ее вообще не перебирали. Просто настроили тормоза, и все работает отлично. Колесико крутится и вперед, и назад. Такой вынос необычный. Прикольненький. В общем, велосипед полностью готов. Что по деньгам? Чистка и настройка переднего и заднего тормозов. Замена задних колодок плюс колодки. Чистка цепи, чистка кассеты, настройка заднего переклюка, переборка задней втулки. Все это вместе обошлось 850 рублей. И плюс еще клиент захотел вот такие модные, прикольные покрышки Швальба Ураган. Будет офигенный накат по асфальту. То есть клиент не планирует кататься по грунтам. Это велосипед городского типа. Еще 3200 за две покрышки. Сейчас цепь смажу. Принес как раз смазочку. Хорошую цепь отмыл. Она была закисшая. После зимы не проворачивалась. Такая Шимана смазочка. Очень мне нравится. Мягкая, эластичная. Как раз для влажной погоды.